Планок Т сработал. Мерим узнала о том, что с вашей Гючлю сыновья Гюлюмсе. Она сокрушена этой новостью. С ваш идет к Мерим, чтобы добиться ее прощения. Однако в доме Сельмы их ждет большой сюрприз. Махмуд, бывший муж Сельмы, похитил ее. Из-за возникшей ситуации, несмотря на все разногласия, Мерим, Сваш, Гючлю и Бурджу решают действовать заодно. Они вместе выходят в путь, чтобы спасти из рук безумного Махмута Сельму и их ребенка.